Я пережил всю темную эру и целых три конца света. Все это брехня. Здорово, ребят, здорово. Здорово. Всем привет. Будет анлак, если сейчас ночного нету. О, есть, но надо поспешить. Я, кстати, вчера поизучал карту. Я теперь знаю, вот это вот КПП возле выставочного центра называется. Интересно, тут люди вообще будут в этом рейде? А то что-то ФПС такое глаголит, что я один в рейде. По-моему, мне что-то послышалось. Или не послышалось. Вы что-то слышали? Ребят, вы вообще осознаете, что вы мои глаза и уши, по факту? Вы не можете быть моими руками, но вы мои глаза и уши. Если я что-то не увижу, если я что-то не услышу, есть еще вы. То есть, по факту, я не один. А мы по сути, как нейронная сеть. Нас много, но мы в одном этом, в одной связке, так сказать. Это на первом этаже, да, кто-то дверь открыл пластиковую? Чё, погнали на концерт Кишлака? Я бы на первом этаже лучше подрался. Концерт Кишлака тут! Походу, типа, мало ФПСа. 100% у него ФПС мало. Ну, еще плюс без ПНВ пошел. Бедняга. Жаль этого добряка. Он если бы хотя бы биток нашел, уже не так расстроен был бы. Первый рейд 214-й Меченко. 214-й Меченки не бывает. 314-й Меченко. Надоело отлетать в схрон в каждом рейде и хочешь попробовать чего-нибудь новенькое, но не можешь пополнить свой баланс Steam? Крайне советую сервис Steam Купикод. Благодаря этому сайту ты можешь пополнить свой баланс Steam просто, быстро, дешево и безопасно. У Купикод самая низкая комиссия на рынке. Все, что нужно для пополнения вашего баланса, это ввести логин Steam, пароль от вас не требуется, чтобы ваш аккаунт оставался в безопасности. Далее вводим желаемую сумму пополнения и обязательно мой промокод JOIN2, с помощью которого ваша комиссия будет снижена на 2% вне зависимости от суммы пополнения. И все, дальше остается лишь провести оплату. Также вы можете авторизоваться при помощи ВК или Telegram и получить 50 бонусных рублей. А для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк с каждого пополнения. Также вы можете пополнять казахстанские аккаунты Steam, а удобный калькулятор посчитает все за вас. А на Купикод уже новые розыгрыши. 5 участников выберут по одной игре из каталога. Для участия нужно пополнить Steam на сумму 1000 рублей одним платежом при помощи промокода WAKEUP, который снизит комиссию на 1%, а также подписаться на сообщество ВК и Телеграм-канал. Победителей выберет рандомайзер 28 сентября после 17:00. Результаты будут в тех же сообществах. Удачи! Как, да? Нихуя себе, блядь. Меня убьют, походу, сейчас. Удачный карты, и чтоб пися была. Он либо на крыше, либо на первом. Короче, если я хочу полутать спортивных сумок, надо убивать этого ублюдка. Он не соло. Или он все-таки соло? Блять, а как он уже контролит? Их трое, что ли, было? Он же пробежал мимо дырки к 301-й. Либо ноль звука, либо их трое. Обидно. Смысл было первого убивать, если не убил всех, правильно? Только рейдом заруинил. Да, я думал, это бот, а это чувак. Каким образом он уже здесь? Чё за гений игры? Ну как там с деньгами? О, у нас что? У нас килла в этом рейде, что ли, есть? 5 миллионов. Фига себе, этот бот отыграл прямо как человек. О, наныл ботов, наконец-то. Как же мне похуй, блядь!
Алло, служба поддержки. Здравствуйте, у меня вопрос возник сейчас, ну, только что. Я, погоди, не звони, здесь буду. Я тут макароны грею. Как же им похрен. Боюсь, это тот самый рейд, где надо, чтобы выйти, короче, убить миллион челоботов будет. Пожалуй, самый странный челобот, которого я только видел. А вот что он не умирал. За два вайпа первый раз жук с галкой вижу. Ну, кстати, если так подумать, я не сильно много спортивных сумок залутал. Но все равно, полутал я плотно. И не было повязки. Надо поскорее выскочить на улице Таркова, бессонницу делать. Бля, мне что-то вспомнилась картинка, там где чел, типа, у него батарей... Боже, блять, я ж испугался, нахуй. У чела батарея, короче, отваливалась от телефона, он ее гвоздем забил. Справедливости ради, он меня запушил. У меня подгорает больше не с того, что я умер, а больше с того, что я ему по голове, блядь, стреляю, а ему похрен. Ну, типа, рассинхрон сейчас был лютый. Приочевиднейший, лютейший рассинхрон был. Капец, если я повязку найду и сфижу с ней, это просто минус минус жопа плюс инфаркт, инсульта. Я, короче, сразу в почту побежал, окей? Что-то моего перса немножечко несет, кстати. Из-за этого корунда, походу. Ноль понимания, где чел с СВД. Мне кажется, он где-то там в окнах сидит. Он 100% сидит там где-то в домике и по Лексусу стреляет. Надо, чтобы чел с СВД еще раз выстрелил. Блин, ну я даже не знаю, как его разыгрывать. Что делать с челиком, который там сидит с СВД-хой? Что с ним делать? Он, походу, вот здесь, на втором этаже сидит. А, да? Ок. Ну вот, примерно, да. Бля, короче, походу, надо играть только тамогу ночную. Это просто невыносимо. Светло, кстати, довольно-таки хорошо в ПНВ видно все. Я боялся, что все будет черное. Ай, боже, как чувака в этой игре находить? Этот квест бессонница, он то изи делается, то вообще не делается. Лучше, чем пистолет Макарова. А, да? Трассер летел со спины, хотя я видел, будто трассер летит спереди. Чё скажете, красиво я ему зарядил пулечку? У меня тут ЧВ кашляющий. Это багуля? Это багуля? Я к вам в гости. Погнали! А вот и честный игрок с СВД. Багуля, да, значится, получается? Бот кашляет. Бот кашляет, как будто это юсек недобитый. У меня есть одно опасение, то что чела с СВД могло не регнуть. Но его регнуло, кайф. Блин, если так подумать, 4 осталось, это вообще понты. Осталось просто понтик. Если Никита сдал бы тебе добавить стремящий предмет, то какое? Да боже, уже 500 раз этот вопрос задавали. Я не знаю. Какой-нибудь горох, что-то там с Раскумаром связанное. Ну, естественно, чтобы он 100 тысяч стоил. Да стой, придурок, мне расстояние надо маленькое. Кстати, он меня к другу привел. Как понять, где СВТ-шер, который ботов у меня забирает? И не умереть еще при этом. Скачать софт. Осуждаю. Почему-то есть предчувствие, что этот СВТ-шер килофармер. Блин, такой понос в этих сумках насыпает, пиздец. Дала бы мне уже эту повязку, я бы успокоился. Не, надо помариновать, блядь.
Эта игра ж не помаринует, не проживет. Их двое, блядь. Друг ему оставлял килл с СВД, в итоге я его убил. Не надо было добегать до укрытия, надо было сразу останавливаться, убивать этого. Да я не того, это не тот, кого я искал. Я вообще его не искал, я просто хотел определить, где он. Это не он, это СВДшер плюс М-ка, а там СВДшер еще где-то в центре был, возле свободы. Так, ну выглядит все, будто мне надо с каким-нибудь калашиком пойти. Мне чисто интересно, где и когда я найду повязку. Тупо спортивный интерес появился, поняли? Приехала, да. Я вообще-то бегу наверх подняться. Их пятеро было. Минус пятерочка на развязке. Сюда. Пипец, я так боялся, что мне двадцатников на этой МДРке не хватит. Блин, ну почему? А почему? Жаль, это не ночная развязка. Прикиньте, если бы это ночная была, какой кайфарик. Еее, бади. Ой, там вкусно, чувствую, ребята. Ой, там вкусно. Это, кстати, не тест-драйвовая МИА, потому что прицел неправильный. Короче, самого жесткого убил самым первым и от того, походу, выиграл битву. Почмак с горящим чаем. Лучше БПшка в голове, чем кое-что в заднице, правильно? Или неправильно? Он в темноте сидит передо мной, прямо его не видно, и он с первой головы глаза на него. Он в будке сидел до этого, придурок. Он пересел в другое место в темноту и дал голова челюсти. Пиздец, минус 5 дал, блять. Всю развязку разлутал, сдох просто от последнего. Надо три модольщика вколоть. Бля, это походу катка с культистами. Работаю в ресторане грузинской кухни. Точка, точка, точка. Борюсь с желанием придумать коктейль с названием Джинзуасисте. Бля, будет забавно, если когда-нибудь такое произойдет. Прикиньте, реально, вот. Кто-то что-то в честь меня назовет. Хорошая позиция, да, была сейчас от меня? Но я, кстати, в последний момент подумал, что он что-то много знает и сейчас убьет меня. В чем проблема дать мне повязку? Назовите мне хоть одну причину, почему не давать мне повязку. Не причину в духе, потому что я гей. Вот нормальную причину дайте. Я могу вас сразу опередить, этой причины нет. Блин, мало, один ЧВК, решалы не было, попугая не было, повязки не было. Ужас. Как жить-то, блядь, как жить? А какое продолжение у этого еще почмак с горящим чаем? Это как дебил поет одну фразу. Если... Чем раскидывать диких? Ты когда что-то берешь в себя, у тебя восприятие качается. И возможно поиск предметов, но это не точно. Самая имба брать оружие в себя, потому что у оружия... За каждый модуль, короче, опыт дают в навык. Каждый курок, пружина, приклад. Отдельно опыт дают тоже сверху. На автобуске кто-то есть. Как будто бы. У меня было очень много экстренных ситуаций. И по мне стрелял 50. О, они кого-то чик-чирикнули, кстати. Можно, кстати, свапнуть.
меч пушмак с хорошим щеем. Каждый второй новичок бегает на топовых патриках с нормальными сборками, более-менее. В мои года бегали голые с мосинками на ЛПСках. Ищ пошмак. С чем? С горящим чаем. По мне беззвучные три попадания просто за километр с ВССа, а в отчете смерти примерно 15 раз он у меня попал. Но это явно честный игрок. Ну сначала решал, чекнем. Баги игры, какие вкусные. Сейчас бы сдохнуть от бага. От самого тупого босса в игре. Это была последняя ночь, кстати. Да. Ну, с другой стороны, мне бы не регнуло чевака. Поэтому, в принципе, можно и не гореть особо. Good morning, Vietnam. Только хотел сказать, что это сильно тихая развязка. Шими кепку! Капец, вообще выкупайте, сколько здесь медсумок и каковы шансы здесь ледуху находить. Конечно, надо немножечко удачи, но... А где она не надо, когда ледуху ищешь? Где-то меня по-любому чевок ждет. Я уже хочу, в принципе, на выход пойти. У меня где-то между Гошаном и Воли челик. Он сделал вид, будто он уходит, но мне кажется, он на второго байтит. Или он один реально был. Капец, он меня пробил жестко, хотя я за столбом был. Это все в руку. Похоже, нам лучше разойтись реально. На ютубе 100к подписчиков. Ура. Мне надо 5 ботов. Если я пойду на ТЭЦ, там будет 5 ботов? Каковы шансы? Вот сейчас победил тот, кто из нас двоих меньше запаниковал. Я вот чисто на яйцах тапать начал. Он топил до конца. Я выиграл! Не надо было зажимать ВК. Он тоже лег, как я ему в башку не дал. Вроде 3 тапа таких хороших было. Он обходил все это время, в итоге вышел на меня все равно, киквы. А если бы я сразу на ботов на ТЭЦ пошел, я бы его сейчас не словил. Но это явно любитель по конечностям пострелять. 3 куска сюр во мне заруинил. Повязку пропустил, барахольщика продается. Она мне с галкой нужна вообще-то. Юморист, программист, геодезист, анонист. Ну и просто классный чувак. Кстати, мне кажется, или пролага не было. Но передо мной спаун чела есть. Он, кстати, может меня подконтролить сейчас. Только бы решала, а не культисты. Только бы решала. Как же он по-ублюдски пикал. Он пришел на труп решалы, остановился. Потом в приседе начал ползти на капслоке. Мешает. Рука, блядь! Что? Бля, надо еще челов на втором забирать. Все, сейчас ластовый чубзик на втором этаже наш и легкая. Я
Что происходит? What the? Доску? Что это? Сука, ёбнули нашу. И кто по тут спаунит? Тупо спаунит. Типа чмак зырящим щеем. Прикиньте, я сейчас, короче, всех этих ботов полутаю. И знаете чё? И найду повязку. Но ремку вынести как минимум было бы уже неплохо. Надо еще ботов какой-нибудь кречет на вторичку забрать. На мне повязка висит, я ее находил, но она без галки была изначально. То есть я когда свою повязку вот на мне, на, я ее когда нашел, я умер потом с ней. Ладно, CBJ перестреляла М50, ой, этот 5.5А1. Блять, он просто ноль раз в броню попал. Да не, это не Влад. Влад бы так лестницу не запушил бы. Еще раз пройдемся, что нам надо? Ну, кофе и чай это легко. Пака, само собой. Попугайчик тоже, ну, это легко. Ну, реально, по факту нужна этот. По факту нужна повязка. Тупо повязка нужна. Ну, мы пойдем играть улицы Тарьковая. Джон, людям 2002 года уже 20-21 год. Ешь. Это все, что ты хотел сказать? Или продолжение какое-то было? Такое, я все. Людям 2002-го 21 год. Я все. Кстати, можно переименовывать стрим на лутая помойки полтора месяца в поисках Evasion'а. А, нам, кстати, не помешает еще этот газаны с детальками всякими принести. Можно, в принципе, на провайдера переключиться. Начать маякника открывать. Бля, я смотрю, эта меченка пользуется популярностью. Там что, кабан есть? Тихо-тихо, донаты после рейда. Я думаю, хер ли так лагать начало в этом рейде? Ай, блять, это ластовая грена была. Так за пулик садись, чё ты? Малой. Хуйло! Вот хуйло! Конец тебе! Малой! Сука, ёбнули нашего! Ох, я чуть не ошибся. Капец, он с чего по мне стреляет? Почти генку выбил. Да, у меня говно забежало в эту, в желтый. А где россыпь моя, я не понял. Бля, челоботы слишком рано подвалили. Сейчас мешать мне жестко будут. У него красная пака. Дайте подышать. Капец, почти полный магазин разрядил. Кабан с ПКП. Мне нужен кабан. Мне нужно красную паку забирать и тупо на выход. Сюда, блядь, челоботы как на говно слетелись. Блядь, эти челоботы меня бесят уже. Thank you.
Так, тихо. Начинается, блядь, игра против челоботов ебучих. Да идите нахуй просто отсюда. Где? Что ты со мной разговариваешь? Да мне похрен. Серьезно. Ну я просто против челобота всю игру воюю, это пиздец какой-то. А бейсбол. Ой, блядь, ну как можно делать локацию, где я просто нон-стоп дерусь с челоботами? Ну это пиздец какой-то. Ну как я должен играть эту локацию? Их 10 штук, блядь, я один. Я гранаты не взял. Кабана нету. Я его еще убить не успел, тот уже все начал фразу говорить, нашего завалили. Он еще не умер, но тот уже все понял. Че, это по мне все время было. Бля, двойка в спину зашла. Как все не вовремя? Как они вечно подспевают так? О, МДР-ка неглушенная семерочная. Спасибо за поздравление, спасибо, зритель. Да ладно. Эй, no way. Пануться. Блять, охуеть. Got less. Dot. Да, он кого-то серьезного убил, кстати. Чищ. Иди отсюда. Я голая. Благодаря шлему я вынес попугайчика и кофе. Чай, красная пака и вейжен. Ну чай это не вообще не проблема, пака в принципе тоже. Повязку за дейлики дали, попробуй их поролять. Это неплохая идея, но мне все равно нужна пака. Привет. Куда ты руки тянешь? Сука, не, блядь, через, сука. Не, мама. Нет! Сука, захотел, блядь, наушники получше найти у них. Так, с ребятки, сегодня неплохо поиграли, нашли. Мало того, что хотелось бы найти, но зато поделали все квесты и открыли уже этого. Открыли путь к смотрителю. Да я шучу, братан. Я же пошутил, ты чё, рофлишь? Вот, короче, открыли путь к смотрителю. Будем потихоньку идти к смотрителю. А по сегодня? С 51-м левелом нас и со 100 тысяч подписчиков. Всем спасибо, всем хорошего настроения. А ББГГ и все, что можно. На ютубе ББ, спасибо за просмотр.